Разговор на совещании в Калинковичах, которое проводил первый заместитель председателя Гомельского облсполкома Игорь Чеснок, получился довольно обстоятельным. Несмотря на то, что многие показатели за декабрь прошлого года перевыполнены, в целом за год не достигли 100%. Акцент на самостоятельном выращивании кормов, своевременной племенной работе и, соответственно, на повышении надоев молока. Этот показатель в Калинковичском районе значительно ниже, чем средний по области. Деньги на поддержку хозяйств никто не будет выделять без особых на то причин. В первую очередь нужно рассчитывать на собственные силы. Задача разработать детальный план по хозяйствам, которые не выполнили доведенные параметры, через неделю доложить и приступить к устранению проблемных вопросов. В Гомельской области продолжается практика проведения семинаров для председателей районных советов депутатов. Их цель – распространять лучшие разработки во всех сферах. На этот раз основное внимание было уделено привлечению инвестиций и реализации инициатив Калинковичского района. Основная цель таких семинаров – познакомить председателей районных советов депутатов с лучшими разработками в регионах. Не исключено, что некоторые идеи потом будут реализованы в других местах. Правда, в связи с пандемией коронавируса в прошлом году количество подобных семинаров пришлось сократить, но полностью останавливать данную работу в областном совете депутатов считают нецелесообразным, ведь речь идет об инвестициях в будущее.